И снова поехали. Я знаю, что очень скоро мои поездки так часто в город прекратятся. По какой ситуации, вы понимаете. Сейчас это все у меня. Напряжение накаляется. Как и человек болеет, так и животное. Все это надо пережить, оплатить. Но это проблема детей. Вот. Вы знаете, ну, вы слышите мою Анечку, слышите мою девочку. И, честно говоря, я надеялась сегодня с ней взять такое интервью. Такое молодежное интервью. Задать некоторые вопросы, которые, например, ну, по моему возрасту очень интересны. И чтобы она вот с точки зрения того своего возраста, этой юности, что-то нам рассказала, как они видят там некоторые нюансы в этой жизни. Но сейчас такое состояние тяжелое, у нее двое суток она не спала, что я понимаю, что это абсолютно неуместно. Но надеюсь, что все-таки у меня получится взять у нее интервью и задать некоторые очень важные вопросы. Вот. Ну, она открытая девушка, поговорить. Конечно же, я не смогу не протроллить. Вот, и чтобы реакцию эту увидеть, ну, для меня это очень важно, увидеть, как реагируют все, с кем я общаюсь, на мой троллинг. Воспринимают ли они это серьезно, или это, ну, или они как-то реакция такая у них обостренная. Вот, поэтому очень часто такая идет провокация. Так, что ж такое? Что я задержалась? И сейчас я... Прям все утром такие герои подрезают, едут. Вот, поэтому я надеюсь немножечко успокоиться психологически, мы немножечко стабилизируемся, и у меня получится у нее взять интервью. Еще мне ее очень хочется активизировать и инициировать на открытие Ютуба. Правда вам хочу сказать, потому что это очень помогает эмоционально, очень помогает и в коммуникации, и... Но это очень помогает. Воспринимать это сначала нужно как хобби, как творчество. А со временем это действительно может стать работой. Вот. Тем более молодежи есть что сказать. И молодежь более активная в соцсетях. В общем, я хочу как-то ее активизировать, мотивировать. Ну и, конечно, надеюсь, через свои каналы, так как вы вот... Так как меня Танечка мотивировала, дочка моя, открыть эти каналы, может быть, я и Анечку говорю. Так, а сейчас мы с вами проедем немножко дистанцию, выйдем на более спокойную территорию. И я хочу вам показать маленькую закупочку. Я заехала в магазин, пока меня здесь не было полтора года, и я вернулась. Я просто потрясена тому, как расстроился у нас левый берег. Кто не знает, это город Брежнево, Украины, Украина, по магазинам. Но я это связываю с тем, что очень много беженцев эвакуировалось. Украина всегда славилась бизнесом. И открытие вот торговых центров, магазинчиков таких вот, это действительно как бы и рабочие места, и люди находят себя. Ну, город у нас не маленький, скажем так. Не скажем, что он большой, но он и не маленький. Вот. И столько, сколько открылось магазинов, да, если бы вот так вот с точки зрения, то сказал бы, господи, да у людей столько денег нет, как сколько магазинов открывалась, война. А вы тут все, пардон, а вы тут все магазины, ну, в основном это продукты, ну, в основном это продукты, строительные магазины.
Вот, и я сделала такую маленькую закупочку. Кушать дома что есть, но вот я уже не могу, я не знаю, что придумать с едой. Мне все время хочется мужа чем-то накормить таким вкусненьким, вот, домашним. Но он такой специфический в еде, как говорится, борщ есть, все остальное ему это уже как бы не принципиально. Вот, поэтому я решила взять, мы, вообще-то мы так и не покупаем, но почему-то я решила... что им очень понравится, горячие такие большие сардельки. Забыла, как они называются. Я взяла 6 штучек, одну я, может быть, попробую, а так все это ему. Может быть, спагетти сварю с такой горячей сарделькой, с горчицей, может быть. Ну, не знаю, хочу что-нибудь, вот не знаю, что-то вот хочется такое, а какой-то аппетит стал минимальный. Так, вы знаете, мое питание, утро у меня начинается... Ну, так нельзя каждый день кушать овсянку, ну, практически каждый день. Овсянка с сыром у меня идет, сыр моцарелла, в этот раз я взяла сулугуни, там небольшое количество, грамм 30-40 на овсянку, для того, чтобы добавить белка, вот, чтобы овсянка не так вымывала кальций, это очень важно. Да, овсянку я беру мелкозерновую, я запускаю желудок, очень комфортно, очень хорошо. Утром овсянка, сыр, вот, поэтому она у меня сегодня закончилась, последняя порция. Я купила такую овсяночку, это мелкозерновая, еще раз хочу сказать, она создает такую суспензию овсяную, вот как мы варим овсяный кисель, да, при сильном кашле, при гастрите, если язва, так, а если плохо работает кишечник, флору, чтобы... активизировать, поэтому вот такая вот овсяночка. Я хочу все равно, несмотря на то, что я вам показываю то, что нельзя, вот, я все равно хочу сказать, что мой муж молодец, он уменьшил количество курения, вот, перешел он на тоненькие сигареты, курит он меньше, он посчитал по никотину, по миллиграммам, или как оно считается, что больше, чем в 2 раза он уменьшил поступление никотина. Он перешел на тоненькие сигареты. Пожалуйста, напишите мне, потому что вы, ну, вы мне пишете о том, что ментол не полезен в курении, но он перешел именно на ментоловые. Опять же, не рекламирую ни в коем случае. Вот, действительно уменьшилась одышка. Ему легче дышать, ментол он снимает спазмы, как бы там мы ни говорили. Но вы почему-то говорите, что ментоловые сигареты, они вреднее, чем обычные сигареты. Вот, поэтому он снизил, ну, в 2 раза, то есть количество, может быть, этих 20 сигарет он в день не выкуривает. Вот, но по количеству никотина они тоненькие, в 2 раза меньше. Честно скажу, он гордится собой, мотивирует, что вот давай бросай, я не вмешиваюсь, это его только мнение, и мы понимаем, что такое зависимость. Так как мне врач объясняла, что в бронхах есть такие альвеолы, да, которые, вот если человек начал курить, они практически живут на вот этом никотине. То есть вот эта зависимость не только от центральной нервной системы, но и бронхолегочной системы. И вот такой вот обман, вот эти вот леденцы от никотина с ментолом. Кстати говоря, у меня сын тоже отказался от сигарет, но перешел на какие-то таблетки, ну, какие-то такие, как витаминки. Но я так поняла, что они содержат частично никотин. Если вам знакомо, это напишите, потому что я увидела у него. Вот, я спросила, ты бросаешь курить? Он говорит, да. А я говорю, так, а вот тут же написано, что никотин. Он говорит, там очень малая доза никотина. Ну, для того, чтобы вот организм не перенес вот этот стресс. Вот, и так как стресс продолжается... Вот, и я не хочу все равно себя лишать вкуса жизни. Я очень контролирую углеводы, как бы там, ну, в общем, контролирую. Хотя овсянка это углеводы, все равно питание минимальное, и все равно я хочу, чтобы мой организм работал, перерабатывал это все. И я себе позволяю маленькие-маленькие радости. Сейчас я не купила бисквит с вишней, а я купила такой вот
просто бисквитное сафари. Смотрите, когда я покупаю, я режу, видите, вот так вот на 7 частей. Здесь порезано на 8. И вот такая маленькая тоненькая полосочка у меня идет на один день. Ну, это обычно первая половина дня с Лешей Алексеевским чаем. Сильно кислый, сильно крепкий, ну и сильно сладкий. То есть мозг получает, ну, он понимает, вот как сигарета, да, он понимает, что его не лишают всего в этой жизни. И вот это вот мне будет на неделю. Но он уже здесь порезан по долькам, он такой красивый, видите, разного цвета. Вот и шоколад, и какао, и такая прослоечка идет. Режу вот так тоненькие полосочки, контролирую слово «хочу», слово «надо» и слово «нельзя». Вот, поэтому все-таки, ну, не надо лишать меня вкуса жизни, вот, потому что, ну, практически такое, все, ничего не хочется, ни к чему не тянет, какой-то минимализм такой проходит. Вот, ну, все пройдет и это. Так что я сейчас еду домой, надеюсь, в планах заняться огородными работами наконец-то. Вот, немножечко будем двигаться уже в сторону осени. У нас закончились магнитные бури, дорогие друзья, полнолуние ушло. Хотя в это время у нас снижается энергетический потенциал, когда идет убывающая луна. Вот, но вместе с тем в это время легче работать с болезнями, то есть болезни не так активны. Вот, когда на убывающую луну вы слабы, и болезни не так агрессивны. Поэтому, если у вас есть какой-то курс лечения, то вы тоже можете его начинать, но это и фитотерапия, и все. Только очень аккуратно, очень деликатно. Ну и, конечно, консультация врача обязательно. Обязательно проконтролируйте 3 дня после магнитных бурь. Были очень сильные, 26, 27, 28. Это даже не сильно, это очень мощные магнитные бури. И мы с вами говорили, если вы находитесь в психоэмоциональном истощении, ну, скажем, прямо стрессы, трагедии такие затяжные у вас, то вы в магнитной буре могли удержаться, а после магнитных бурь вы можете сломаться. Вот, поэтому вот эти 3 дня мы все равно контролируем свое психоэмоциональное состояние. Вот, потому что здесь задача не только прожить магнитные бури, да, но еще и выйти из них. Вот, поэтому используйте все методы, которые вам помогают, и психологические, и физиологические, и гигиенические, ну и, конечно, солнце. Сегодня у нас солнце, сегодня у нас еще практически летняя погода. Вот, но уже последние дни сентября. Спасибо вам за комментарии, за поддержку. Читаю, все читаю. Спасибо вам большое за то, что вы ставите лайки, меня мотивируете. Мотивируете меня, конечно. Ну и говорим себе, я здорова. У меня все здорово. Поехали домой.